Возвращаемся к сегодняшней пресс-конференции премьера Розенберга. От ремонтов по фонду капвложений до налога на благоустройство. Еще сегодня говорили о разных уровнях медицины и здоровом образе жизни. Далее главные цитаты председателя правительства. Что касается фонда капвложений, безусловно, были расставлены соответствующие приоритеты. Да? Приоритет какой? Это здравоохранение в первую очередь. Это образование. Причем начиная с детских садов, заканчивая школами, техникуми и нашим университетом. Эти приоритеты были созданы для чего? Для того, чтобы обеспечить в первую очередь нашим детям условия, детям, молодежи. На что эти деньги? Эти деньги на содержание мест общего пользования в Тирасполе, в Бендерах, в Рыбнице, в Дубасарах в районном центре, в Слободзе даже тоже в районном центре. Организованы соответствующие предприятия, такие как там спецзеленстрой, спецавтохозяйство и масса других предприятий муниципальных, которые занимаются как раз вот тем, что убирают город, да, вывозят там, собирают и вывозят мусор, содержат все эти места общего пользования в надлежащем виде. Но за счет чего, возникает вопрос? А за счет налога, который уплачивают юридические лица. А села вы там себе сами собираете, то есть за счет людей, и содержите село, как вам нравится. Несправедливо и неправильно. Если мы собираем налог на содержание мест общего пользования, социальной инфраструктуры в том числе, да, то тогда эти налоги должны платить все. Это конституционная норма. Все обязаны платить налог. Мы должны максимально приблизить медицинскую помощь к пациенту. А как это возможно достичь? А это возможно достичь, чтобы у нас в каждом населенном пункте была первый уровень медицинской помощи. То есть в селе это СВА или ФАП. Второй уровень это уже поликлиника. Да? Мы увеличили дневной стационар. И третий уровень, там где требуется уже высокотехнологичная технологическая помощь, это у нас лечебное учреждение республиканского значения. Там где уже могут оказать именно такую помощь, которая требует там операции какие-то там, ну, очень высокотехнологичные. Если же мы уже не справляемся, то у нас безусловно есть момент решения этих вопросов за рубежом. У нас за последнее время очень поменялось отношение к здоровью среди молодежи. Обратите внимание, все спортивные площадки, которые построены, постоянно заняты. Постоянно кто-то там бегает, что-то там мяч гоняют где-то. Вот это то, о чем я говорю. Условия нужно создать. Создаем условия, появляется интерес. Сейчас это все открытые площадки, то есть иди себе занимайся, пожалуйста. Вот все есть доступно, современно, удобно. Нормально и, скажем так, не ограничено, да, никакими вещами. И смотришь на это все, просто радуется душа. Ребята занимаются, и вот именно такие условия нужно создавать и дальше.